Сейчас будет нормальный экшен. Да, да. И закрылся автоматически. Давай, давай, давай. Давай, давай. Даже ты тормозишь. Идти, блядь. Ох, и ссыкун, говорит тезка его. Ёханый бабай. Земляков задавить хотел, блин. Пацаны, вы не там стали, вы реально. Вот. Слышите, у вас сегодня день рождения, пацаны. Вот так все красиво вокруг. Внедорожники на любой вкус. 70-ка, гелик короткий. Рубикон длинный. Нива супер заряженная, подготовленная. Шевроле Нива, я имею в виду. Так, хоть покататься на машине. Переезжаем на следующий спецучасток. Что, поехали дальше? Да, нормально едет. Только 4 секунды мы проиграли. Победителю? Лучшему результату. Так они же объезжают по кустам, что ты сравниваешь. Так, это так все внутри выглядит. Макс говорит, проиграли 4 секунды, да? Проиграли. Сейчас мы, еще не вечер. Выиграем, я думаю. Едем на спецучасток. Тут, наверное, надо на двух пониженных потихоньку, да? Ты поедешь? Боюсь. Готов ты? Не, ну надо на двух, я имею в виду, чтобы аккуратно на перекосах. Ну, не ломать, не палить сцепление. Здесь? Я не знаю там дальше, что там. Или тут просто. Тут на повышенную, на первой повышенной легко пойдет. Тут не застрять, можно просто сломать. Да? Психику сломать, да, или что? Пошли смотреть. Мы, смотрите все. Вот я стартуем, туда и возвращаемся. Вот эти все машины мы отсюда убираем на старт, там, где Элька не могла выехать. Вот та яма. Вот то мы ее оставили для старта, ну, чтобы оно было. Вы, получается, с того пригорка стартуете, это коридор, в который вы можете вылетать и сюда вылетать. Но финиш будет вот здесь отсекаться по этой. Так, пошли по трассе. Кто же ехать будет? Второй. Второй? 179 номер? 197. А кордон на чем закончился? Кордон? Где? Ну вы что, поехали за кордоном? А, за этим, за коленвалом. Надо за коленвалом ехать. Сейчас капиталку сделать, я на газике осталось, да? Ну, позвони, пусть кто-то заберет, может. Ну что, будешь отсекать, стоит? Да. Давай позвоним кто-то, чтобы забрал нас. Ну надо подумать. Ох, Саня, он дымит. Так, додж застрял. Газик вынимает. Там хорошие места. Это смотрящий за оффроудом. Да? Да, да, один смотрящий с Троещинский, да, один с этого. Один с Прилук, да. А это черниговский смотрящий, смотри. Макс уехал. Колеса больше спустить, вообще тут можно валить было бы быстро. Да, это интересная парочка, да? Поехали! Кто это самый молодой пилот? Это Бодя. Да, это он. Вторая. Включай пониженную. Ой, солнце вышло. Такой джип-спринт. С небольшими препятствиями. Аккуратно с финишем все.
лежишь здесь. Пилот. Ну там горбики есть чуть-чуть. Да для твоих колес там надо ощутить. Да, больше спустить, ну тоже. Красавчик. Даже собака не осталась. Макс напугал собаку, да? Собака выбрала самое удобное место. Не-не, она увидела, что Макс едет, и решила пописать просто. Один, два, три, поехали! Гитара. Ох, и скачет. А где исчезла машина, смотрите. Аккуратно с финиша, все, с финиша. Хорошая витара. Макс за коленвалом сейчас поедет. Финиш. Так, это серьезный пилот. Здесь надо быть осторожным всем. Это Игоречек. Это Игоречек. Как тут подвесочка работает, говорят, тут посерьезнее место. Он вообще как едет, как по асфальту. Ага, вот где яма. Вот где потеря времени. Вот и финиш. Ух, Нива, блин. А, это Вова. Я думал, какой-то новенький. Это Вова, да. Вова так это не оставит. Он поборется за победу. Ну, тут место, да. Смотрите, Нива что делает. Это просто. Вова. Так, мужчина в белой футболке. Где ваш внедорожник? Это какие-то серьезные ребята. На серьезном внедорожнике. Тут идут на хороший результат, я думаю. Машина крепенькая. На финиш. Аварийку даже включил. Смотри, как думает о людях. А, это он спасибо за съемку мне говорит. Да. Порожец был. Что там твоя Волынка? Так я стики, у меня 4 редуктора по кругу было. Вы на каждый день это полоть. Так, это серьезный пилот.
Тут заявка явная на победу сейчас. Наверное, в общем зачете в лидерах идет где-то он. Да? Да я тебе говорю, у него. Так у него там и моторы, и цилиндров 6 аж. Из Америки. Хватило, трепадоры 37-е. Саня, давай. Ну, неплохо. Это подписчик на Ниве, кажется, мой. Шевроле Нива, это серьезная машина очень. Там уже бампер устал. Да? Да не, ну он на танковой был уже в стоке. Что ему тут бампер? Ну, все. Так, Женя, давай. Тут надо... Да, вот так, правильно. Красавчик, правильно. Молодец вообще, технично очень. Вроде не начинающий, а пилот. Ты видели, как технично проехал? Да, это видно, это... Смотрел видео, наверное, как ездить. Ну, так еще и хорошо проехал очень даже. Лена, так я понял, в Бобровице одна машина осталась, да? Весь город защищает это. Молодой пилот и одна машина, да? Да. Да? Да, да. Остальные на ремонте в Бобровице. Там Феоды у нас. Пилот, пилот молодой, но штурман растет. Блин. Штурман растет, не то слово. Тренер, это не штурман уже. Его если штурманом посадить, они не это. Не доедешь до финиша. Будет справа полуось. Я сказал, хан нема. Надо будет все время менять правый шрус. Что там все? Это любимая в Литве машина, там все на Витарах. Ну вот в легком классе, понял? Ничего альтернативы никакой нету. Она быстрая, легкая. Да, главное рулевать хорошо дается. Да, да. Заводя после газика тут, кажется, хорошо. Легче, так я думаю, блин. Я слышишь, когда, короче, Макс садится в стебнике, видели же это, как он садится первый раз за лупас, проехал. Нормально, поехали, берем. Ну и рассчитался, сели ехать, на заправку заехали, там до Львова доехали, там починились, дальше поехали. Ну, до Киева долго, но доехали. Потом я сажусь первый раз, сажусь на Ленинградской площади, он там у Сани стоял. Ну и сюда, покатуха где-то здесь была. Короче, я до Троещины ехал 40 минут, заглох 427 раз. Если бы я сел там на него первый раз, я бы в жизни бы его не купил. Я тебе говорю, это только Макс. Если бы не Макс, мир бы залупас не увидел, конечно. Не, ну реально шок вообще. Но уже до Троещины, пока я доехал, уже опыт появился. Снег валит, дождь тут колюжу, хагаю, блин. Той дворник бедный, на, заглох. Это вы с рыбальной жены ехали. Да, да, мы ехали хорошо. Чтобы она и газика знала. Не, газик, да, вообще сказка. Не, ну газик с печкой мы ехали, ты что, тут... Не, ну Нива у FJ выиграла однозначно. Шевроле Нива, я имею в виду. Сигналил. Сигналил, да? А, что вообще подушки поускакивали. Что, ты спать хочешь или ж? Да нет, водитель. Что, кто-то поехал? Да, да, ты что, там же смотрит весь мир, блин. О, ну тут... Тут он застрять не должен. Хорошо, что ты сказал, где внешний. Тут он застрять не должен. Блин, чуть не сглазил, слышишь, блин? Только сказал, что не должен застрять, еле проехал. Не-не, ты шо, дети смотрят, осторожно. Ну я перепишу это место. Да не, нормально. Как идет, да?
Блин, классный там мотор, конечно, вообще. 4,7 V8. Какие тут сюжеты на горизонте. Кто это? О, это серьезный человек. Ух, жесткий это. Как кто-то сказал, смотрящий за оффроудом в Чернигове. Да. Вот это нормально идет. На победу пошел. Да, это жесткий. А он трассу не смотрел, видишь, ему не так страшно. Серьезно, мне кажется, первое время. Так, сказали держать камеру в напряжении, блин. О, я смотрю, сейчас капот открыться может в любой момент. Сейчас будет нормальный экшен. Да, да. И закрылся автоматически. Давай, давай, давай. Давай, давай. Да что ты тормозишь? Ох, из цикула, говорит тезка его. Ёханый бабай. Земляков задавить хотел, блин. Пацаны, вы не там стали, вы реально. Вот. Слышите, у вас сегодня день рождения, пацаны. Будем отмечать, сейчас чуть проедем еще пару спецучастков. Давайте едьте за лимонадом, блин. Ох, и жесткий Игорь, да? Ты у него не выиграешь, мне кажется. Ну, по красоте я имею в виду, что оценки за артистичность, знаешь, ставятся в этом. Не, ну здесь без скорости. Да, да. Нет, то заранее, если откроешь капот, но это вне зачета, он должен сам открываться. Так, тихо. Опять какой-то серьезный. Это с Бобровицы. Смотрите, пустите в город его или нет? Обратно. Ты же с Бобровицы кричат ему, давай. Ой, блин. Что у него там, слышишь? Серега, я дам тебе, наверное, онлайн вести. Давай, давай. Ну, что ты тормозишь вокруг шара, блин? Привет! На! Что, лишаете гражданства Бобровицкого, да? Лишаете Бобровицкого гражданства? Конечно, жинку оставляю сам великий. Тут оставляем его к дереву, привяжем сейчас. Не, ну старался, старался тут. Что. Машина красивая, ну цепь там чуть-чуть. Да цепь ни при чем. Да, да. Да то не страшно, оно же не мешает. Что. Лише должно відпасти, так? Да, да. Пока не втечет масло с раздатки, можно ехать. Ну отключай. Попытать хочешь. А куда ты крадешься? Он, смотри, он к вам подкрадывается, пацаны, осторожно. Этот не безопаснее, чем тот, что на 69-м ехал. Так, ну это реальный претендент на победу идет. Он тут изучал трассу, ходил, все. Да, да, это очень серьезный пилот. Так а где он? Его не видно вообще. Застрял уже, наверное. Как раз бутерброд ел. Серега, будешь сегодня танцевать или нет? Ты прямо скажи. Слышь, а где твой партнер по танцу тому прошлому? А, в белом который? Тихо, тихо, дети смотрят. Там капотчик. Это жесткий парень, я его знаю. У него газ западает просто. Газ западает? Где, в голове? А, в машине? Ну он заряжен на победу. Смотрите, как валит. Мы же разровняли тут. Ну, круто проехал, круто проехал. Ух ты, это тоже, блин, все они конкуренты.
Да? А, это Серега, да, это жесткий. Это Серега. А, вон место, видите, такое. Потерял тут время чуть-чуть, но все равно быстро идет. Красиво. Что, отключить тормоза надо, да, Серега? Это жесткий. Это какой-то мастер из Бобровицы, очень жесткий. Я смотрю, что у вас там быстрые такие все. Слышь, тому отрезать надо шланги на Чероки будет, да? Чтоб не позорил город. О, Элька, да? Не-не, первый раз. Мы бы запомнили его, это. Ну да. Это с Донецка. Он говорит, слышишь, пишет в чате нам в Вайбере. Говорит, я вам завтра покажу, как нормальный внедорожник на Трибадорах едет. Пол покатухи тягали, потом он уехал домой. Ну так получилось, ну не знаю. Просто, видно, не сталкивался человек с нашими этими, с нашим оффроудом суровым. Так, тут место прошел. Хорошо идет. Бухать, а? Ладно, идемте теперь все на спецучасток покажу. А как когда обед? Обед когда, спрашивают люди. Да. Офигеть вообще. Сейчас, на секундочку. Да, я понял, что там, где самая жопа, чтобы стояла на шум, чтобы утягивать. В хромированном ящике.